Все так рассказывают про суд, все так говорят. А ты там нам говоришь, ты там скажи не пиздите. А ты нам говоришь не пиздите. 150 человек уже говорил. Зачем мы давать деньги? Нам тоже грабить. Прибыли с команды «Экспромобила» и команду «Уличная еда». Состав команды «Экспромобила» – Роман Зражевский, Александр Ановко, Павел Павлюк, Сергей Полеха, Леонид Пархоменко, вратарь команды Владислав Тетерук, Роман Лопатин и Мирослав Непесняк. А как правильно, ребят? Я просто прыгал. Мирослав Непесняк. Коля. А как правильно? Нормально, Коль? Воды подать тебе? Воды. Небесник? Небесник. Снеса команды «Уличная еда», 5 номер. Иван Веремичук, 77-й Денис Гайден. Без номера Богдан Ильченко, 8-й капитан команды Денис Ковш, 6-й Руслан Мурга, 88-й Евгений Анаприенко, 1-й вратарь команды Сергей Прусак, 33-й Александр Шаповалов. У вас третье место.
Там такая же херня. На четвертой минуте матча Александр Шаповалов открывает счет в поединке 1-0 впереди уличная еда. Русин, у нас мяч пропал. Мяч пропал. Серый Селик. Не этот. Тут понял. Селик Про, где супер вот этот. Сели... Да. Где он может его быть? Нету вчерашнего дня. Я кто-то замутил. Ты же тоже его не видел? Ну блядь, без картинки. Да. Его нету. Блядь, спиздили мяч опять. Да ладно. Серьезно. Когда? Чё, вчера, походу, но сегодня я уже не видел. Где же было? Не, ну тут без эмблемы. Однотонный. Ну, вот один? Серый. Не, ну их же три. Это хорошая. Так два селекта же было. Тут тоже, тут там надпись есть. Тут же с уличной игры. Наш. Это наш давно, он уже, блядь, четвертый или третий турнир. Не, уже ничего вообще нет. Мало брал. Я конфетку тебе спрашиваю. Да нет, мне уже ничего. Я суп. Иду! Еду. С филеечкой. Зеленый не себе. Зеленый, красный обожаю. Не, могу есть, но... Нормально. Мы ехали. Я думаю, это будет вступить. Кто дальняя? Кто? Пошел! Что это за карточка? Сейчас два шага и вы. Первый командный пул Экспомобиле. И желтую карточку получает Владислав Тадырук. Не даем. Пониже. Не даем, Жень. А, есть. Все, ниже. Денчик, тут и так трое.
Кто? Кто? Сам можешь? Дай! А, блядь! Иду влево! Дэн, назад! Прикольно, назад! Ты кто? Тихо, Влад! Влад, тихо! Давай на нашу сферу! Влад, перед мячом, внимательно! Первый командный пол, уличная еда. Машкан, отстаньте! Ребята, придумайте что! Да нету пяти там, блядь. Хорош, Серка! Товарищ судья, там 5 метров было? Там 3. 2,5. Хорош, снимай! Пас, пас, пас! Передачу, передачу! Назад, Дэн, назад! Назад, назад, потом война! Не выключайтесь из игры! Давайте, можно сленку еще. На 12-й минуте матча Александр Шаповал отправляет дубль и делает счет 2-0 в пользу команды «Уличная еда». Хорошо, домой сели! Рома, давай, давай! Есть Руся Клайн! 3-2, мужики! Добить, блядь! Вон, Бока есть! Да, блядь! На своей, на своей! Блин, Бока! Все, стойте, стойте! На своей играй! Второй командный фол, уличная еда. Касание тела, моя вина. Третий командный фол, личная еда. Давайте перестанем они делать. Поехали. По игрокам! Ниже! Давай, слушай, ниже!
Домой еще садимся! Фали! Наш! Да ну как это не было? Играть, играть! Беги, беги, Саш! Отложенный фол поставили. Четвертый командный фол, личная еда. Второй командный фол, экспо мобилы. Его сразу, Паша! Сань, сколько у нас? 21? Живи есть! 20? Хорош, хорош, хорош! Он жив. Я внимательно страхую. Сань, сэр! Я вообще один, внимательно! А еще у нас одна игра, да? Прорыва хоть! О, нормально, пацаны! Хорош! Можно не играть. Капитан команды, на 18-й капитан команды забил. Зелёный. Коллег. Первая касание. На 18-й минуте матча Сергей Полеха сокращает разницу в счете. 2-1 впереди уличная еда. Саня! Домой! Домой! Там заруба будет. А ты! Промчик, ворот! Это у них следующий, да? Сайт пан! Это будет реально такая твоя мочила. Давай на своей, на своей. Слава Богу, что ты прилегал. Минута 20 осталось, ебать. Тогда кто-то и все, блядь. Остал быстрее! Если теоретический хаб... Чувствуем, если теоретический хаб проигрывает... На последней минуте! На последней минуте. А кто забил? Кто забил? Руки забил. Рома только... А нет, подожди. Лопатин? Рома только не заражился. Лопатин. Ну значит Лопатин. На 20-м минуте матча Роман Лопатин сравнивает счет в поединке 2-2. А если ничейка, то иди сюда, блядь. Чего? Там надо под него окружать штук 16. А если ничья? Хорош, нет, хорош, ты лучше! Надо бы доигрался по 12. Я прошу, отведем! У вас 16? Чуешь, Сань, Саня, можешь собрать команду? Можешь команду собрать? Галаса Ю-10. 13 мне голова. А если Галаса выиграет? Завершился первый тайм со счетом 2-2. Там просто вопрос. Нет, там вопрос в количестве пива и что-то. Поляны. Какая поляна? Масштабности поляны. Масштабности поляны. Насколько будет хорошая поляна? Нет, просто да. Нет, там зависит от того, как вращается поляна. Мы с твоей командой дружим. Так это уже зависит от того, какой чек будет сажан.
Поле и Ашан, это немного хотители, а? Вот постелиться пару в конце. Да нормально. Да, хочу убрать. А ты пошел туда? Не, ну они переиграли. Это хорошо, что Рипа. Рипа не выстрелил сегодня. Рипа что, нормально? Рипа вчера две игры была сегодня с утра. Нет, он сегодня нормально. Да, хорошо. За чекпоинт, они же еще на один турнир заявились. Да зачем я не хочу? Я не буду, я чуть-чуть выпью. Я на бочу. Да мы же стою. А мы обычно. Нет, тоже. Нет, мы так сказать. Чего-то не отталкивает, я уже мог. Я долго сохнул, капец. Было бы все рано. Да идите в баню, блядь. Я не упал. Девочка. Кто-то надо стоять! Я на краю. Да не балуйся ты, блядь. Все, у нас сворачивается. Все, я пошел. Вик, запиши, пожалуйста. Запиши. Я правильно? Кто забил? Иван, что забил? 21 минута забил. Кто фамилия? Лопатин. Экспомоб. 18. Лопатин. Там внизу записано ручка. Минута. Я слева забрал. Минута. Вот первый. 21. Играйте до свистка. Мяч остается, останавливаю. Вы гол забили, пока. Я был бы сих. Приглашите, впереди. Ну, смотри. А вот туда. Дальше есть, дальше право. Ниже! Давай, 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 дав